Варшаву захватили кошки. Домашних любимцев на международную выставку привезли со всего мира. Повадки, осанка и длина хвоста. К каждому кошачьему индивидуальный подход. В одном зале как профессиональные заводчики, так и любители четвероногих. Боролись за звание чемпиона более 1500 кошек. Всего в мире выведено около 40 основных пород. Но больше всего здесь русских голубых, сиамских, британских, а также мейн-кунов. Кстати, представитель именно этой породы, одной из самых крупных, стал победителем. Коту достался титул чемпиона мира, а его хозяевам специальный приз.